OKCoin и Huobi продолжили работу. После запрета Центрального банка на ICO многие криптовалютные биржи Китая прекратили свою деятельность. Как сообщает Twitter двух крупнейших бирж Китая OKCoin и Huobi, они планируют продолжать работать, но до 31 октября приостановят торговлю парами криптовалюта юань. По сведениям сайта CoinDesk, эти биржи не размещали у себя токены, выпущенные на ICO, а также торговля в парах криптовалюта под запрет не попадают. Глава компании Bitmain Джихан Ву отметил, торговля биткоином как товаром в Китае по-прежнему разрешена. Однако биржевая торговля без лицензии будет запрещена.